занятие говорить в прошлом, знаешь, в прошлом времени. То есть говорить «я буду», «я сделаю», «я дизайнер», начинаете хлопать, я иду, можете падать. Нет, я так не рассуждаю. Мне нравится сказать «я сделала показ, вот посмотрите». Тебе повезло или все-таки была материальная база для того, чтобы спонсировать какой проект? То есть это не просто сделал одну коллекцию и все, ты звезда, да, или сделал коллекцию показ, тоже не факт, что что-то получится. Открыл магазин, сделал коллекцию показ, даже это не факт, что это что-то получится. То есть должны совпасть какие-то определенные, да, обстоятельства вместе. Любое дело, даже дизайн, да, хотя, казалось бы, оно такое творческое. Это в любом случае начало менеджмента. Я не настолько творческая, чтобы забывать о каких-то основах, да, и о том, что завтра нужно платить зарплаты, или есть будущее, нужно создать новую коллекцию и так далее. Году удалось привести мировую модель Ирину Шейк. Это, наверное, очень большое удовольствие, дорогостоящее. Расскажи, насколько это сложно вообще привести Ирину или любую другую модель в Кишинев? Любую другую модель привести не сложно. В Кишинев сложно. Потому что, ну, опять же, для Иры мне просто очень повезло, опять же, что мы знакомы. Потому что я дружу с Надей очень много лет. Я очень горда тем, что Надежда Сафонова, наша молдаванка, соотечественница, да, и действительно делает лицо нашей стране за границей. Это первая лучшая топ-модель, которая добилась успеха за границей. Я думаю, Ирине Шейк стоит много говорить. Сколько реально платьев и бланк покупается в течение месяца? Это коммерческая тайна, наверное, во-первых. Во-вторых, в зависимости, конечно, от сезона. Придя на любое мероприятие торжества в Кишиневе, часто можно встретить девушку вашего бренда. Это стандарт, как минимум 2-3 человека будет одета в платье вашего производства. Да. И иногда бывает, что принт похож или из той же коллекции. Да. Как ты реагируешь? Это успех, по-твоему, или это недостаток? Мне, во-первых, приятно, да, во-первых. То, что я это вижу, конечно, это как бы не скрою. Успех, то, что ты сразу определяешь, что это обланк. Очень много из брендов, которые работают десятками лет, ты до сих пор не можешь прощупать и узнать издалека. Вещи неузнаваемые, да. Знаешь, что ты давно в отношениях состоишь, и очень часто можно увидеть в твоей ленте какие-то фотографии, связанные с поздравительного характера, да, со своим мужчиной. Часто ли ты его балуешь, и куда эти отношения двигаются дальше? Часто ли я его балую? Мы часто балуемся, так скажем. Балую ли я его? В этом плане, наверное, я такая не супер, как сказать, не идеальная девушка, потому что я очень всегда занята. Но когда я его балую, он очень счастлив, он очень доволен. То есть, опять же, я думаю, что как бы мы очень много лет встречаемся, да, и уже на этом этапе, на котором мы сейчас находимся, скорее всего, ему нужно, чтобы я ему не баловала, да, и завтрак в постель менее важен, чем, допустим, какие-то мои достижения. То есть он гораздо больше получает кайфа, да, когда видит, что я, ну, чего-то достигаю. Как много у тебя подруг? У меня много подруг, которые остались с детства. Ну, как, опять же, я думаю, что если девушка, что у нее много подруг, то, скорее всего, она лукавит, или она просто еще не знает, что это не совсем ее подруги. Я туго верю в женскую дружбу. Я думаю, что есть единицы, и то это, скорее всего, когда совпадают какие-то, скажем, совпадает среда, либо совпадают какие-то интересы. Потому что, как правило, все девушки конкурируют по каким-то странным причинам. Какая ты сейчас? Сейчас, да, я очень требовательная, но это скорее повзрослела просто. Я очень требовательная, очень перфекционистка, и меня все всегда раздражает, если что-то не так. Я не могу лечь спать, я не могу заснуть, и меня мучает все. Я нервничаю, ненавижу себя, за что-то не получается. Да, у меня просто молодой человек точно такой же. Буквально этим летом проходил проект «Сила танца», да, в котором мы обе участвовали, и помним, как это было. И очень многие люди, ну, в глаза, за глаза говорили о том, что ты, будучи являясь чемпионом Молдовы в детстве по спортивным танцам бальным, в принципе, должна была сама отказаться от участия. Во-первых, ну, конечно, мне в лице никто не говорит, правильно сказала, скорее всего, за глаза. Когда приглашали меня, я сказала четко: послушайте, я подготовленная, если вы меня приглашаете, ну, вы должны понимать, что, скорее всего, я выиграю. Мне было сказано: все подготовленные, ты вообще даже не думай, все там просто. Ну и в конце концов оказалось, что... В конце концов, когда я поняла, что, ну, как бы это все не так, я реально сам подготовленная, уже было, во-первых, поздно. Во-вторых, я реально и говорила сразу, что я реально хотела удивить своего мужчину. То есть мы вот в 7 лет я состою в отношениях, он ни разу не видел, как я танцую. Более того, он думал, что я шучу, потому что когда мы приходили на какие-то там мероприятия, связанные более-менее с танцами, я говорила: я вот так вот могу. Он делал так: ты оставь меня жить. Да.
помню, что в школьное время, возможно, тоже я ошибаюсь, ты была намного в другом весе, по-другому выглядела. Ты когда меня помнишь, был какой-то переходный возраст все-таки. Я так думаю, потому что вот я смотрю на тебе фотографии, жуткие, я как кит вообще беременный. Реально, у меня была огромная попа, у меня было все огромное, в принципе, у меня бицепсы были, трицепсы, там все яйцепсы, которые только возможны, все они у меня были. Потом резко похудела, ничего не предпринимая. Вот, кстати, когда бросила спорт. Резко похудела, буквально за полгода, где-то, наверное, килограмм 6-7, и вот до сих пор в этом весе я осталась. Прощаешь ты людей или ты не даешь им второго шанса? Если тебя обижают или предают? Смотря в чем. То есть вообще я не злопамятный человек, да. Если меня обижают, как правило, я прощаю. Но вот в бизнесе, допустим, я никогда не даю второго шанса. Если человек обманул, ну вот в работе, то как бы просто не хочу тратить время больше. Насколько часто ты завидуешь? Ну что такое успех? Ну то есть у какой-то девушки фигура идеальная, да. Это ее личный успех. Она потратила 5 лет в зале, да. Это успех. Какой-то там у кого-то бизнес, да. Это успех. У кого-то муж Феррари подарил. Это тоже успех, потому что она сделала так, чтобы этот муж захотел выбрать этот Феррари. Я знаю цену этому успеху, да, я знаю, что многие завидуют мне, но я знаю на 100%, если бы я взяла любого из этого человека, да, и провела с ним сутки, то есть он со мной в моем графике, то он бы перестал мне завидовать сразу, потому что есть цена, всему есть цена. Как правило, если у человека есть одно, то точно нет чего-то другого. Ну, не может быть все идеально. Все идеально и как бы всегда и во всех сферах. Приятного аппетита. Он очень приятный. Я так ждала этого. Я очень люблю рыбу, потому что я не очень люблю мясо. Как ты совмещаешь спорт и питание? Насколько ты правильно питаешься или позволяешь себе иногда съесть чизбургер или чипсы и шоколад? Ненавижу, чипсы ненавижу, шоколад есть чуть-чуть. Но, опять же, я верю, вот когда я делаю себе правильный график, вот даже со спортом, да, когда сбиваешься, начинаешь и есть вот подряд. Как-то нету вот внутреннего стимула. Как тебе рыба? Очень вкусно. Особенно с утра вообще идет потрясающе.